17 февраля 2019 года. Зима. А на Сибинских озерах снега и нету. Раз я сломал замок на куртке, то сегодня с замком все в порядке при таком сильном ветре. Но сегодня я сломал другую вещь, более важную, наверное, для меня. Ребята, берегите свое зрение. Вот как-то так замотали проволокой сверху изолентой. И совет на будущее самому себе: возить с собой тюбик суперклея. Сейчас бы он был очень-очень полезной вещью. Пятое озеро. Вижу впервые.